Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. И это долгожданный выпуск вашей любимой рубрики «Расследование Крипипаст». Сегодня я вновь помогу Артему с озвучкой данного выпуска. Я надеюсь, что вам выпуск понравится. Сегодня мы взглянем на следующие крипипасты. И список прямо сейчас у вас на экране. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Уставитесь поудобнее, наливайте чего с лимончиком и погнали! Будет очень интересно! Данный выпуск, к сожалению, сам Артём озвучить не сможет. Надеюсь на ваше понимание и прошу прощения за неудобства. Начнем по традиции со смертельных файлов. Первый файл называется Creepypasta Tomorrow. MP3. Информации о нем, к сожалению, нет. Ну ладно. Поэтому предлагаю посмотреть его содержание. Файл называется Hypnotize. Ови, подробной информации также нету. Ну да. Поэтому также рассмотрим его содержание. Thank you.
Эти файл называется Мультнелес. Информации все так же нету. Сука, вы что, серьезно? Будем смотреть его содержание. Что тут еще поделать? Следующий файл называется Suffering Ovi. Ни истории, ни подробной информации нет. Это печально. Поэтому также будем смотреть его содержание.
идет файл под названием FIASI MP4. Информации по данному файлу также нету. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Что-то прям пошел марафон по файлам без информации. Гениально. Посмотрим его содержание. На очереди у нас идет файл под названием «Обр-3-3-НИИ». Ови, описание следующее. А это видео было создано анонимным пользователем интернета, который уже давным-давно покончил с собой. Это пиздец. Вот по-другому это не назовешь. Видео было опубликовано на Darknet форуме. В 2009 году ролик был удален из-за случая массовых самоубийств из-за психоделического ролика. Таких роликов от пользователя под ником Suicide of the Northern Lights было множество. Ну ты понимаешь, он все равно же нездоров, вот объективно, он же нездоров. Но у меня остался лишь один. В комментариях начали писать, что им стало страшно и тревожно. Естественно! Сейчас бы просто поржали и придумали мемы. Логично! Но тогда люди были образованные и писали свои реальные эмоции, а не какой-то бред под видом самозащиты. Сильное заявление. Посмотревшие рисовали деревья на своих венах и писали «Suicide of the Northern Lights», то есть никнейм того, кто залил видео в интернет. Пиздец. Слухов было очень много. В самом же видеоролике больше 125 кадров. Вот это поворот! Но даже когда мы его покадрово разложили на монтаже, нашли только две отсылки, и то не совсем понятные. Дело в том, что именно эти 25-е кадры заставляют человека чувствовать себя нехорошо. Это видео очень сильно влияет на психику и подсознание. Это, конечно, печально. Это печально. Суть в том, что ни одна платформа, ни ВКонтакте, ни YouTube не поддерживает 25-е кадры.
Это база. Их максимум это 24 кадра в секунду. Поэтому разглядеть те самые 25 кадры невооруженным глазом – это пустая трата времени. Но поверьте, их там действительно много. Данная запись является оцифровкой старой видеокассеты. Сейчас таких записей нет нигде, поскольку форум удален. Во время его существования видео увидели максимум 30 человек, а потом оно пропало вместе с этим форумом. Интересно. Несколько дней назад я копался в своих архивах на компьютере и сильно удивился, когда нашел эту запись. Как оказалось, я ее сохранил. Эта запись лежала у меня, внимание, целых 11 лет. Но, как видите, со мной все в порядке. Круто! Да это ж круто! Так что я считаю, что это видео не может быть опасным для просмотра. Естественно! Можете загуглить название, но вы стопроцентно не найдете абсолютно ничего, так же как и на Форстори. Этого видео попросту не существует в интернете. Сильное заявление. И последний на сегодня файл. Обзор взломов 2.5 MP4. Да? Это продолжение истории данного файла. Хуета. Он, кстати, был в 21-м выпуске рубрики. Ссылка на него есть в описании. Про данный файл вам расскажет коллега-блогер Артема Слава Мухин. Но прежде чем перейти к расскажу, я хочу искренне поздравить его с 1000 подписчиков. Слава, ты молодец, и я желаю тебя продолжать в том же духе. Надеюсь, у Артема тоже скоро наберется 1000 подписчиков. Ах, возможно, вы даже и поможете Артему. Так, у нас тут аж несколько глав, я так понял. Интересно. Ну, ладно. Все, не буду томить больше. Поехали. Итак, первая глава. Как вы знаете, из прошлой части я нашел потерянный ролик Славы Мухина. И он крашнул мне ПК с ошибкой 666.666.666 Slava Incorporated. Гениально. После того, как система сдохла, я и друзья чуть-чуть прифигели, и мы пытались воскресить всеми силами, но смогли. Но это не точно. Поменяв материнскую плату, мы включили ПК. Но все было совсем не так, как было раньше. На обоях был обычный фон Windows 7. А также было очень много иконок корзины. Да ладно! Я зашел в первую, вторую, и в какую бы ни заходил, там был текстовый файл с названием «Какой-то смайлик». Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Я открыл один из них, и там была надпись «У тебя есть один день, чтобы удалить этот вирус». Я подумал, какой к черту вирус? Я побежал в Firefox скачивать антивирус, но при введении слова «Доктор Веб Касперский» или просто слово «антивирус» меня выбрасывало из Firefox. Я это не понимаю. Доступа к диспетчеру задач не было. Не получилось, не фартануло. Я отчаялся и начал говорить вместе с друзьями о том, как убрать вирус и что будет, если я не успею. Интересно. И вдруг посреди рабочего стола появилась папка с названием «Вопросы». Мы зашли, и там был текстовый файл. «Задавайте». Мы начали печатать «Кто ты?». Ответ был быстро. «Тот, кого вы боитесь». Вторым вопросом был «Как убрать вирус с ПК?». Он ответил «Ответ вы уже знаете». Сильное заявление. И тут резко появился запароленный RAR-архив с названием «Антивирус». Но кто же знал, что это только начало? Это база. Вторая глава. Мы подбирали все простые комбинации от 1, 2, 3, 4 до QWERTY. Но, потерпев очередную неудачу, мы пошли опять в текстовый файл с названием «Вопросы». Мы задали вопрос, как узнать пароль от архива, есть ли там антивирус, или это все обман. Он ответил, чтобы узнать пароль, вы должны вспомнить все прошлое. Ты бы еще консервных банок насобирал. Да и обманывать вас у меня нет смысла. И вдруг высветилось окно с надписью «Error». Тогда мы
не знали значения этого послания, но позже оно очень поможет нам. Но вдруг, при ответе на очередной вопрос, этот кто-то посоветовал нам проверить корзины и поискать там. В итоге, спустя время поиска в одной из корзин, мы нашли RAR-архив с паролем. Easy. Мы ввели error, получили доступ к файлу. Там хранился один файл с названием error. А внутри была подсказка. Синий экран, смерть, слава, YouTube. Видео потерянное. Сука, вы что, серьезно? И последним словом стало пароль. И мы начали что-то понимать и додумались, что это ведет нас к запароленной папке с названием «Антивирус». Естественно! Последняя глава. Мы начали догадываться и вспоминать, что за ошибку нам выдавало на синем экране смерти в момент смерти ПК. В итоге мы все вспомнили, какой код ошибки был у синего экрана. Смерти 666.666.666, слава Incomparated. Гениально. Мы ввели данный код и... архив был открыт. Круто! Да это ж круто! И там лежал только один .exe-файл с названием «Ваше спасение». Мы немедленно открыли его и начался процесс чистки ПК. В итоге с моим ПК все хорошо. Пацан, к успеху шел. Получилось, затонуло. А история запомнилась мне и моим друзьям надолго. Конец. Это, конечно... Давайте теперь подробнее. Мне, конечно, немножечко смешно с некоторых слов, но да ладно. А еще я немножечко зафейлил. Ну, это так бывает, что сказать, бывает. Естественно. У каждого из нас бывает. А что могу сказать по поводу данного файла? Блин. Это, наверное, один из лучших, что я вообще видел. Сильное заявление. Вот я столько разных видел. Всякие там DS112 GPG, там вот это вот всякие смайл, доги, там вот это непонятное вот эту вот всю штуку. И это реально, блин, один из лучших просто. Вот реально один из лучших. Как можно было до такого вот додуматься? Не знаю, даже не знаю. Ну, в общем, мне очень понравилось. Надеюсь, вам история этого файла тоже понравилась, как и первой, так и второй части. Ну и, в общем-то, на этом все. Теперь можно перейти ко взломам телеканалов. Первый взлом называется 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 The Kaliningrad Incident. Сам взлом длится 31 секунду и является пародией на Вайомингский инцидент и безногим. Я, если честно, я обрадовался. Содержание я продемонстрирую. Зашел на канале Cartoon Network. Даты, времени и подробной информации нету. Ну ладно. Поэтому рассмотрим его содержание. Видео начинается с анонсов телеканала. Затем настроечная таблица и эфир прервался. Затем нам демонстрируется видео непонятного и страшного содержания. Больше информации по данному взлому нет. Третий взлом произошел на канале Nicktoons. Подробной информации также нету. Сука, вы что, серьезно? Поэтому рассмотрим содержание.
Начинается видео с анонса губки Баба. Затем настроечная таблица и видео непонятного содержания. Потом черный экран с цифрами и эфир вернулся. Дальше идет взлом, сделанный одним известным человеком. На, серьезно? Я с радостью вам его покажу. Группа левее. Да, бегом. Левая группа правее. Шагом. Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все телерассчитательные станции и кабельные системы должны передавать это экстренное оповещение. Эта телестанция прервала обычное вещание. Следующим у нас идет взлом под названием «Челябинский инцидент». Является пародией на видеоролик 6996. Да ладно! Содержание я покажу. И последний на сегодня взлом, который также был сделан одним известным человеком. Вот это поворот! Содержание также будет продемонстрировано. Thank you.
говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все телерасчетельные станции и кабельные системы должны передавать это экстренное оповещение. Эта телестанция прервала обычное вещание по... Второе место. Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все телерасчетельные станции и кабельные системы должны передавать это экстренное оповещение. Эта телестанция прервала обычное вещание по приказу от президента России. Пойдем отсюда, пупсень. На этом наш выпуск подошел к концу. Я надеюсь,
Вам выпуск понравился. Люблю вас, дорогие зрители и подписчики. И буду рада еще побывать в роликах Артема. С вами также была я, Оля, которая вас также любит и будет с удовольствием ждать следующий выпуск рубрики. Не забывайте присылать взломы и файлы для следующего выпуска. Так вы поможете Артему делать новые выпуски. И да, я хочу еще раз искренне поздравить Славу Мухина с 1000 подписчиков. А на этой чудесной и классной ноте я каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клёвыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь эти видео в других социальных сетях. Не забудьте также подписаться на мои Play и Live каналы. Там тоже выходит крутой и интересный контент. Также не забывайте подписываться на мои другие социальные сети. Telegram, Discord, VK, Steam и другие. И по желанию поддержать канал денежкой. Все ссылки в описании. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.